Добро пожаловать на наш блог, где мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами захватывающими и невероятными фактами о недвижимости. В этой статье мы предлагаем уникальное исследование, которое обязательно заинтересует вас до последней строчки. Наш профессиональный взгляд на эту тему позволит раскрыть новые грани мира недвижимости, о которых вы точно не знали. Приготовьтесь быть внимательными и убедитесь в том, что прочтение этой статьи будет вашим лучшим выбором. Когда речь заходит об интересных фактах о недвижимости, часто упускают из виду столицу Эстонии – Таллин. Несмотря на свои небольшие размеры, Таллин является прекрасным примером современного мегаполиса, где недвижимость и владение ею по-прежнему пользуются большим спросом. Как профессиональный агент по недвижимости, работающий в Таллине, я за несколько лет познакомился с некоторыми интересными фактами, которые не получили широкой огласки. Многие из них уникальны для этого региона, так что примите их к сведению, если вы собираетесь купить или арендовать жилье в этом интересном уголке Европы. Одна из особенностей – приятная налоговая среда. Хотя все жители Эстонии, включая иностранных инвесторов, должны платить налог на доходы и прибыль от сдачи недвижимости в аренду в размере 20%, плюс социальные налоги. Эти налоги можно легко компенсировать, воспользовавшись вычетами, предоставляемыми местными властями. Кроме того, если вы купите и будете владеть арендованной недвижимостью более 5 лет, вы сможете значительно снизить налог на прибыль, когда решите ее продать. Еще один интересный факт об инвестировании в недвижимость здесь связан с ценами на аренду. Вы можете быть удивлены, узнав, что цены, как правило, остаются относительно стабильными по сравнению со многими другими местами в Европе. Например, за последние несколько лет цены на аренду фактически выросли, поскольку спрос увеличился благодаря новым предприятиям, открывающим магазины в растущем технологическом секторе Таллина, или семьям, переехавшим из-за границы в поисках доступного жилья. Это выгодно для тех, кто хочет инвестировать, поскольку им не нужно беспокоиться о том, что изменение рыночных условий негативно скажется на их инвестициях, по крайней мере, в ближайшее время. И, наконец, еще один факт, который мало обсуждается среди неместных жителей, но широко известен местным жителям Эстонии – одна из двух стран Европейского Союза, где покупка недвижимости без постоянного адреса все еще законна – вторая Германия. Это означает, что иностранцы из стран, не входящих в ЕС, могут приобретать здесь недвижимость без необходимости получения вида на жительство или длительных требований к проживанию, что делает покупку здесь весьма привлекательной для тех, кто не хочет, чтобы их имя фигурировало в публичных записях или чтобы им требовалось получать визы заранее, прежде чем делать инвестиции. Разумеется, все сделки должны оставаться в рамках закона, и если покупка за границей кажется вам вариантом, который стоит рассмотреть, проконсультируйтесь с местными экспертами, как и в случае с любой инвестиционной стратегией. Всегда рекомендуется сначала получить разумный совет от опытных профессионалов. И, наконец, еще одно, что действительно делает инвестиции в Таллин отличной возможностью – это потенциал роста стоимости. Хотя он, возможно, не такой яркий, как на некоторых других рынках Европы, например, в Лондоне. Недвижимость здесь, как правило, дорожает довольно быстро благодаря продолжающемуся экономическому росту в стране и притоку населения в центральные районы города за счет возведения жилых и коммерческих комплексов поблизости от набережной. Популярной как у туристов, так и у местных жителей. Все факторы, учитываемые при принятии решения о том, подходит ли данный тип инвестиций с учетом потребностей инвестора, должны быть приняты во внимание, чтобы принять обоснованное решение о конечном результате, желаемом отдельным инвесторам. Реалистичные ожидания в отношении результатов наилучших сценариев наихудших результатов также были оценены. До продвижения вперед с любыми перспективными возможностями сделки. В заключение, недвижимость – это удивительный мир, полный интересных фактов и неожиданных тенденций. В данной статье мы рассмотрели лишь небольшую часть уникального взгляда профессионала на эту сферу. Открыли для себя, что цвет дверей может повлиять на стоимость квартиры, а продажа дома может быть связана со специфическим праздником. Такие факты расширяют наше понимание рынка недвижимости и помогают принимать более осознанные решения при покупке или продаже жилья. Будьте внимательны к мелочам и всегда готовы быть удивленными, ведь каждый дом имеет свою уникальную историю.